Привет, друзья! И поздравляю! Давно не было рубрики реакции на видео. И так вот, фу ты, какая реакция на видео! Посылки от подписчика! И сегодня, наконец-таки, она приехала! Эта посылочка у нас пришла откуда? Ага, это посылка от Насти Ковизонко и из города Тольятти. Ну, блин, прикольно. Что там? Наверное, видео будет длиться очень много. Запасайтесь едой. Ну что ж, начнем. И первое, что я вижу, это вот такой ламыч. Ламыч. Кстати, у них тоже, наверное, что ли, приколы идут, либо чего. Ну, как я знаю, давайте это пока что положим вот сюда вот. А это что? Скорлупки от яиц или что это? Я не пойму. Мне что, присылают скорлупки от яиц? Короче, это не скорлупки от яиц, это мультяши. От мультяшей. Ну, если вы хотите узнать, как тут все у меня живется, то напишите, то посмотрите видео в рецензии моей. Ссылочка будет в описании. Ну, вот это скорлупки от яиц. Можно так назвать видео скорлупки от яиц по ссылочке от подписчика. А это у нас... И это купил. Вот такой прикольный купил. Вот. Такой. А это у нас... ребята, я знаю, это такие штуки. Называется... Ну... Палки, то есть это такие стиралки небольшие. Я видел, у нас такие подавались на рынке. Я их купил за 199 рублей. Дороговато, но купил. Это, кстати, вторая часть. И, кстати, я их однажды поломал. Ну, в принципе, это выглядит очень даже благодаримо. А следующий у нас это опачки. Это скрепыш такой у нас. И, кстати, растягивается он. Ой, растягивается хорошо он. Так, не обращайте внимания, я просто немножко приболел. Так, это у нас тут, что это такое? Это кого идти, Ролекс? Вот такой. Mountain. Или как-то так, не помню. Опачки, это опять стиратели. А куда я стиватели положила? Они там вот лежат. Наверное, видео будет долгим. Так. Это у нас тут... Это маквыныш. Так почему-то в камере он у меня... Не классный, а какой-то... Темно-синий. Ну, прикольно выглядит. А это у нас тут букашка. А, мне плохо, мне хорошо. А, мне плохо, мне хорошо. Ну, короче, вот. О! А тик-так? Зачем мне тик-так? Для скрепок, может? Да хотя, кто его знает? Тольятти уж странный город в нашей стране. Ну, так вот. Это у нас тут... Алмаз. Так. Овочки. Это у нас... Да, ё-моё. Это у нас какашеч. Такой какашеч. Ну ладно, допустим это. Тут у нас куча карточек и троллей. Ты что, совсем что ли? Все. Он какой, она какая-то Дед Мороз. Можно назвать канал ее, кстати, я видел ее канал. Можно назвать ее Дед Мороз Маусинкова. Или как-то так. Или не Маусинкова. Все. И смотрите, это пушистик. И, кстати, это колесо в дартс. Поиграем в дартс вечером. Так. У нас тут кроха. Непоседа. У нас тут сатинка и синелька. Блюлик. Здоровяк. Спят усталые игрушки. Лозочка. И король.
Следующий у нас это авокадыш. Ну, сразу видно, что авокадыш. Дыш. Это. Прикольно. Кстати, многие спрашивают, почему у меня посылки без письма. Отвечаю. Потому что письма мне не нужны. Они мне и так в комментариях пишут. Благодарность за видео. А это опять стиватели. Я их потом потестирую, конечно, обязательно. Ну и там у нас еще Simple Dimple. Так, вот такой. У нас такие вот в ленте где-то продаются. Я не помню, но что, что это такое? Я их покупал в игрушка-болтушка, но может быть и они еще где-то продаются. И следующий у нас это Пулина Феликс. Пулина Феликс, да. Так, давайте я посмотрю, что там у нас. О, мэн! Это у нас что за... Это что, морковка? Албизовая? Ну, в принципе, антисвес нужный. Так, ну... Хорошо, будем считать, что это... Опачки, а это что за попугун? У меня такой был где-то, лежит, но это новый попугун. У меня такой же есть, только новый. Ой! Так, ну прикольно выглядит. Еще карточка, Тролли. Лозочка, которая превращается в Рокси. Это блестка. Принц Ди. Эники. Ну, в принципе, это нормально. О, еще одна коробочка Тик-Така. Но чего-то здесь не тянет. Может, это как-то что-нибудь из них сделать можно. Это Эльза. Да, оригинальная Эльза из Крепышей 2. Так, у нас тут еще невесомыш и внеземныш. Я вас распутаю. А это три стивателя. У нас, кстати, три стивателя. Стиватели часть стилезия тоже есть. Подавали. Подаются. Опачки! Это у нас тут Копатыч. 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 Так, это у нас опачки. Это собаки-онкологи. К сожалению, у нас такой есть уже. Так что посмотрим, что... Что-нибудь новенькое. Опачки! Покемон! Это покебол покемон. Покемоныш, покемоныш. О, дядька. Вот так я выгляжу, когда что-то не грузится. Ой, пойду-ка я чаю попью. Да мне вообще не нужен интернет. Так, что тут у нас еще есть такого интересного? О, скрепыш. И куча стивателей. Ё-моё, откуда у нее куча стивателей? Там еще немного осталось. О, еще один бафтол. Ну, в принципе, ролик, конечно, уже длинноватый. Опачки, это Вервольфыч. Так, ладно. Что тут у нас овочки? Это какие-то непонятные палки. Можно из них, кстати, сделать что-нибудь. Кто знает что, напишите в комментариях. Голи. Кот Бат Мослин немножко объелся молочком этим. Потом самый снес. Опачки! Это же Блавлев. Кстати, очень редкий Блавлев. Ну ладно. Ё-моё. Это как? Спрашивается. Так. Это у нас тут еще три скрепыша. И опять какие-то... Ой! Что с чудом? Ну, а остальное просто можем выставить. Я все выставил или нет? А то я боюсь. Ё-моё! Ладно, я потом достану.
Уже 10.00, 10 уже идет. Да. А нельзя так с первого класса. Так, коробочку в сторонку. Это у нас тут викингиш, такой прикольный. И его можно использовать как что-то. Ну что ж, вот такой ролик получился. Я, кстати, трек номер вы можете посмотреть по ссылочке в описании и прислать мне по ссылочке. Ну что ж, спасибо за просмотр. Поставьте лайки, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик и напишите в комментариях, нравится вам эта рубрика или нет. Ну а всем пока!